Привет! Ваш ребенок проводит много времени за компьютером? Это не повод для беспокойства, а возможность с пользой провести время. Только представьте, ваш ребенок сможет самостоятельно создавать персонажей, роботов и целые миры в 3D-пространстве. Хотите узнать, как привлечь ребенка заниматься 3D-моделированием? Все это возможно, если в юном возрасте заложить мощные знания в области 3D-графики. Первые работы ваш ребенок сможет сделать уже после третьего занятия. Во время занятий мы будем изучать не только 3D, но и дизайн, теорию цвета и многое другое. Занятия будут проходить в программе Blender. Основа курса – это изучение всех базовых функций программы Blender, плюс практика в 4 направлениях. 3D-иллюстрация, создание лоу-поли локаций, создание роботов, скайфай-оружия, создание персонажей. Каждая тема разбита на множество подтем, чтобы ребенку было легко усвоить информацию. Есть индивидуальные уроки и парные, по 2 человека. Никаких групповых уроков. Это сделано для того, чтобы максимально уделить время именно вашему ребенку. Уроки проходят по Скайпу, Дискорду или Зуму в удобное для вас время. Все полученные навыки обязательно найдут применение дома и даже пригодятся в дальнейшей карьере. Если вы хотите посмотреть, как проходят мои уроки, можете перейти на мой YouTube-канал, а в Инстаграме собраны все работы учеников. Я хочу, чтобы мои уроки стали лучшим местом для погружения детей в мир 3D-моделирования.